Короче. These must be the key cards used to access the lab. I should figure out which number belongs to whom. Так, ладно. Я полез. That number is from the night of the murder. It doesn't appear anywhere else in the logs. Полез поперёд батьки в пекло. Мне вот надо было посмотреть, что тут нужен пароль, и дальше не лезть. А здесь нужно успеть просмотреть видео. Значит, первое. Сейчас HLL. W 510 250 C. Смотрим. I can't do that yet. Как это не до этого? Не понял. Это что за хрень? Задолбал нет со своей любовью. Так, еще раз, да что ж такое? Может, другое посмотреть, которое КЛ, ой, ЛБ, сейчас, ЛБ, Т, И, ну, Вай, 510, 250. 38. Ой. ЛБ. Блин. Ти. Вай. 10 238 238. I can't do that yet. Да ну почему пока не до этого? Я ничего не могу понять. Пока не до этого. Что мы не так сделали? А? Что не так? Что-то тут. Ну все, вроде да. Тут вроде все. Ручку забрали. Погодите. Попробуем. Нету. Сейчас должен быть угол. Так, все. Будем. Я психанула.
ушла. Вот сначала в туалет зайду. My name is Nancy, I'm a detective, and I really hope this bathroom is soundproof. Yeah! Woo! Поет песенку и надеется, что ванная звуконепроницаема. Ладно. Давайте сделаем день. Пойдем поговорим. Who's there? Hello? Это что-то происходит. Who's that? Кто это был? Я же писалась. Пойду в туалет. 4 stars. Would visit again. 4 звезды. Пожалуй, потерплю еще. Так, давайте. Ручку на место поставим. Это что? Тут мармеладки, да? Наверное, не знаю. Ладно. Игра-то, оказывается, хитрая. Не пройдя определенных моментов, она не пускает дальше. Хорошо, посмотрим на портрет Теслы и пойдем к Райану. Райан у нас на втором этаже. Мастерс. Может, задумано так, что надо... Нет. Ну давайте зайдем. Поговорим с Мейсом. Мейс. Hey. Ты выглядишь разозлённым. You look a little upset. Someone moved my things. Someone will pay. Кто-то трогал мои вещи. Он заплатит за это. А мы знаем, кто трогал, но ни ему не скажем. Так, кто был здесь в ночь убийств? Говори быстро. Who was here the night of the murder? Not me, so, you know, no follow-ups. Where were you? Out on a date. Did the police follow up with her? Yes, proving that she does, in fact, pick up her phone on occasion. Что вы говорите? Он был на свидании и дал телефон своей возлюбленной. Так. Получается, свидание прошло не гладко. Откуда известно? Значит, ты не знаешь никого, ничего, что случилось той ночью? And you don't know anything else about what happened that night? Nope. The police did all that work, though. Check the nanny cams, too. Nanny cams? Security cams. Gray's eye in the sky. But if he saw something, he isn't saying anything. I'm sure he has his reasons. Понятно.
Что-то шепчет про видеозапись. Райан сказала, что Ника общался с ней. Ты в это веришь? Райан said that Ника would talk to her. Does that seem true to you? No. The two of them hanging out? Can't picture it. Не верит. Ладно, пока. Goodbye. 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 Или Йорк, ну-ка. What are you doing? Не пускает. Ну ладно. Пойдем общаться с Райан. С Райан, а не с Райан. Потому что с Райан звучит как-то некрасиво. Что такое? Мотоцикл в порядке. А чё Райан орёт? Тут что-то появилось? Нет. Отсюда всё забрали. Так, это мы видели. Да, это трогать нельзя. Потому что Райан все. What's happening? Are you okay? I'll never be okay again. What is that thing? An abomination of technology. It's some creepy robotic cat that someone, I suspect Mason, is tormenting me by leaving all of its awful parts everywhere. I've seen one of those before. If I find all of the pieces, I bet I could put it together. As long as you promise to throw it into a fiery volcano once it's completed. That thing is the undisputed mayor of Nightmare Town. В общем, Райан говорит о том, что Мейсон какую-то кошку сделал механическую. Разбросал части. В общем, Нэнси пообещала найти все части этой кошки. А я уже так примерно знаю, где эти части. Ладно, ну я пошла. I better get going. Later. Так. Прямо как стол хирургических инструментов. Ладно. Это второй этаж. Пойдем на первый. Сейчас, значит, сходим. Нико, поиграемся с птичкой. И взглянем вот сюда. Ну-ка, это не механизм от кошки. А это не механизм, по-моему, механизм, но он недоступен. А тут закрыто, здесь тоже, наверное.
механизмы. Да. Что-то мы заблудились. Интересно. Пароль от компьютера Мейс. Did that? Это мы. Так, рабочее место. Check. Чек. Пробраться в офис охраны. That's done. Есть. That's done. Это мы изучили. Вот, присмотреться к краю. Can't check that off yet. Еще нет? Ладно, выясни пароль. That's done. Есть. Still have to do that. Ага. Включить компьютер Грея. Did that. Включили. Still have to do that. Haven't done that. Still have to do that. Haven't done that. Can't check that off yet. Can't check that off yet. Короче, до хрена еще. Непонятно, не сделано. Эти цветные прямоугольники должны что-то означать. Непонятно. Ночь убийства, карта с номером. Ты была использована для входа в лабораторию. На компьютере Мейсона в корзине упоминается видеозапись с номером HLLV-510-257. Так, это записано было на столе. Доске в кабинете должны быть подсказки, мы их уже использовали. Я нашла чистую карту, есть эта карта, но ее надо запрограммировать. Так, папка в кабинете содержит всю необходимую информацию. Ну что, вернуться? 171-943. Ночью вернемся. Так, что тут? БТИ 510-258. А я 38 наберу. Ладно. Я так думаю, нужно ночь сделать. Туалет зайдем. Time to solve the case of the missing toilet paper. Ясно. Туалетной бумаги нет. Давайте ночь. Самое время позвонить.
Hi. Deirdre решила мне помочь. Deirdre's decided to help me out. What's in it for her? A passing grade. Ah, lucky. I wonder who her teacher is. I foiled 3 art heists, and did that help my art history grade? No. No, it did not. Rescue a stolen Vermeer, yet you still get a C. Мейсон и Элли, похоже, ненавидят друг друга. Mason and Ellie seem to hate each other. On a scale of 1 to standoff? They're on opposite shifts to avoid one another. Interesting. That might come in handy. Как тебе в целом эта ситуация? Any word on the background of the crew here? Funny thing you ask. Yeah, sort of. Nico has a file, but it's classified. Surprisingly, so does Gray. But we don't know what's in there. Interesting. But Nancy, you can't tell anyone. I had to sort of bend the rules. Goodbye. Bye. Hello? Пока. Goodbye. Talk to you later. Hey, hey. Райан сказала, что допрашивалась полицией и до сих пор является главным подозреваемым. Ryan told me she was interviewed by the police and that she's still considered the prime suspect. Okay. Is that common in murder investigations? It can be. The police have to be fairly certain before they can charge her. But usually it means that they're missing a piece or two of their case, and they're just waiting for the suspect to slip up. But she just doesn't seem the type. The truth is, there isn't a type. Most killers aren't like what you see on television. They're not like mustache twirly or anything. They're usually scared. They've convinced themselves there's no other way out of whatever mess they've gotten themselves into. My prof always says there's no place for feelings in a murder investigation. There's only alibi, evidence, and motive. And right now, Ryan's coming in as a heavy favorite. Ты же читала дело. Не понимаю, почему так подозревает Райан? You read up on the case, right? I don't understand why Ryan was under so much scrutiny, but never sent to trial. From what I gathered, something didn't add up with the video and the timeline. Someone had to be in the lab with Nico. Otherwise, he'd still be here today. So, if her alibi stands up, it couldn't be her. Exactly. Unless there's something big I'm missing. Something's weird about this whole thing. Well, don't keep me in suspense. Figure this out. I asked her about the night of the murder. She was pretty much mute. I'm undercover here. I can't push too hard. Can you see what you can find on your end? I'll see what I can find. All I've got is the database. Don't expect any miracles. Короче, Нэнси просит Дре узнать кое-что. О, Шаннон. То есть, Райан. Ладно. Поврили. Попробуем опять сходить в кабинет охраны. Сейчас же ночь. Да, но надо же включить. I need a card to get in the lab. Нужна карта доступа. Она есть, но только не активирована. Так. Вот, включаем. Сейчас Рэй, который серый, идет. Так, попробуем все-таки посмотреть видео.
Ну давай. Эль. А нет. Ха. Сейчас. А ну ёлки. Ха. Эль. W. 210 257. Ну-ка. I can't do that yet. Да что ж такое? Что значит пока не до этого? Ты чё? Рамзы попутала. L B T Y 510 258. А, блин, вот надо нажать. Смотрим. Ну, а, теперь надо посмотреть. Так, это зашел Нико. И потом... Взрыв. Just Nico. Лишь Nico. Так, хорошо быть толковым. Ха. L. W. 510 257. Это Райан. Воспользовалась. She's bypassing the security system. Interesting. Она входит в систему. Так, доступ, это мы увидели, что тут пароль нужен. Пора вздрыскивать. Кто серый при... Вот. Вот где была моя ошибка, я неправильно просматривал видео. That doesn't sound good. Ellie might want to know about this. Что-то мне это не нравится. Надо у Элли об этом спросить. А у Элли спросить... Да задолбал ты! Прошу, вернись домой. Заколебал. Так, Элли. Вот сейчас мы спросим у Элли, что это за шум. Она уйдет из кабинета. А мы пошаримся в кабинете. Так. Мастерская закрыта. Правильно. Ночь на дворе. Ну-ка. Элли Йорк. Hi. А это нормально, что около лаборатории какой-то гул? Is the hall just outside the lab supposed to hum? Nope. Отлично. Спровадили. Можно порваться.